Привет, мои хорошие, с вами Селена Свей и очередной влог сегодня. Ой, с чего начну? Погода у нас просто нереальная. Сынуля у меня во дворе, вот колясочка прямо к двери вот так приставлена, как продолжение нашей небольшой комнаты. Вот, и он у меня там пока сидит, пока спал, ел, сейчас играет. Я окрашу в это время Кристинку. Вот, и мы собираемся в парк, потому что время-то у нас уже 5 часов. Сейчас скорее я ее уже уложу, она смывает волосы, и сама себя уложу. Буду укладываться, кстати, хочу накрутить волосы. Давно я не накручивала волосы. Буду накручивать, сейчас покажу на что. Блин, достала... Почему? Нет, я не то достала. Я достала не тот гаджет. Я хочу накрутиться на свою любимую плоечку. Вот она. Моя любимая. Ей вообще так просто крутиться, очень быстро, буквально вот 5 минут я ей накручу сейчас. Но я немножко, я чисто придам концам объемчик. Вот моя любимая. Сыночка, что ты там? Я иду. Я оставлю вам ссылочку внизу, сейчас вы посмотрите на мои кудри и проходите. У них, кстати, иногда бывают и акции. Крутимся. Буду, значит, крутиться на эту плойку от Duvol. Сделаю сейчас, наболтаю на 180 градусов. 180, вот, тут видно. Она греется просто мгновенно, я только ее включила. Она уже горячая. Все. Теперь я беру большие пряди, так вам быстренько скажу, да? Беру большие пряди, и тогда получаются очень естественные локоны. Прям вот такие. То есть одна половинка на 4-5 раз. Поэтому понимаете, да, что это действительно 5 минут. А еще что хорошо, что она греется везде равномерно. И вот с этой стороны, и с той. У меня все время волосы оказываются вот здесь в конце. Я рада, что они все время накрученные. Не надо их подвигать, знаете, туда, к началу. Ну вот и все, вот я накрутила супер-мега быстро, сейчас я просто беру вот эти волосики свои и вот так вот их оп-оп, естественно, разбила. Ничем не сбрызгиваю, ничего, ну можно, конечно, но я не сбрызгиваю. Вот я красивая уже, да, с какими-то новыми естественными кудрями. С такой вот укладочкой. Так что вот, ну честно, это я считаю, что вообще must have. У меня были плойки, завивки разные, и кудри делаю там я. Ну, вот это и проще всего, быстрее всего я ее обожаю. И я рада, что она у меня появилась. Поэтому то, что для меня хорошо, возможно, будет и для вас хорошо. Поэтому ссылочку на нее я оставлю внизу. И именно диаметр 32, потому что ей очень быстро крутить длинные густые волосы. Вот. Ну, а теперь мы собираемся с Кристинкой в парк. Вот я и собралась выйти. Мы все с Кристиной идем, трещим. Я уже говорю, давай сниму пару минут. Скажу. Ну, смотрите, как я вышла, да? Ой, Кристина вообще красавица. Мы ее вот такую сделали. Классную девчонку. А ну-ка, покажи, как я одета. А ну-ка, вот так вот держи. У меня кофточка вот эта вот с фикс прайса. Черненькая. И кепочка вот эта вот с фикс прайса. Как вам мой стиль? Мне захотелось почему-то красные губы. Не знаю почему. А главное, что они не стираются. Это моя любимая помада от PIC Cosmetics. Я ссылку на нее оставлю внизу. И красная помада, всегда я выбор делаю в нее. Потому что я не хочу сына пачкать, сама пачкаться. Красная помада, она очень яркая. И потому PIC Cosmetics. Потому что она стойкая. И в общем, мы шашлык собираемся кушать. Чтобы она не размазывалась, не смазывалась. Ту-ту. Поехали. Поехали, Крис! А это, как всегда, мне Селена Свей привела в порядок, видите? Да. И в итоге я шла, и мне стало так жарко. У меня, как всегда, майка на майку, немного по цвету не подходит, по моему стайлу. Ну, пофиг. Это же я. Под губную не подходит. Ну, пофиг, зато мне сейчас очень жарко, я разделась вот так вот. И вот сейчас мы так пройдем. И кепку сняла, потому что жарко здесь. Сейчас прохладно станет, и я одену кофточку и все скрою. Мы продолжаем идти. И вот мы в парке, уже народу на самом деле так много. Но в прошлый раз не было так народу.
Кристинка, он с малышом. Ой, здесь свет красивее. Мы были в Махаоне в прошлый раз, вот он там музычка играет. А сейчас мы идем в другое кафе, которое мы в прошлый раз было закрыто. Я буду пробовать шашлыки везде, кстати, здесь, и узнаю, где самые вкусные шашлыки. Кристия снимает влог. Идет задом. Не боится ни черта вообще. Смотрите, я думала, это птички черные сидят. А это такие растения. Бля, сейчас я покажу этот. Я иду, такая думаю, ни хрена птичек сидит. Вот тут не видно уже. Вот нашли кафе, вот это вот. Здесь мы хотели посидеть. Мне очень нравится фон здесь. Но здесь живая музыка. Но у меня малыш спит. Они громко на самом деле играют, поэтому вечер уже. Может, днем они меньше играют. В следующий раз придем тогда. А вообще красиво тут. Ой, вот включила, до того, как включила видео, такой свет красивый был. Включила видео и все поблекло. Почему-то, да, так интересно. Ну да, потому что там для фото больше, наверное, настроено. В общем, мы сели в Махаоне, 20 минут ждали, пока к нам кто-нибудь подойдет. Причем я сказала, что мы сидим там, подойдите к нам. 20 минут никто не подходил. Потом я пошла второй раз, говорю, может, мне самой к повару подойти и заказ сделать. В итоге девушка подошла, приняла заказ. Ну ждем, блин, у меня батарейки садятся, любимые ругаются. Ну хорошо, у Кристинки хоть телефон заряжен, так что можно посидеть. Нет, хорошо, что у Кристинки фотик, она на него позвонит. Что-то мигает, да. Малышня проснулась. И здесь батарейка тоже садится. Чёрт. Все, вообще уже очень темно. Это типа сына мне поет песню, моя милая мама. По-моему, нас кто-то услышал их. Вообще-то не хватает сейчас моря, да? Да. Такое ощущение, что как море. На набережной морской. Кайф моря! Ой, принесли еду, ура! Какой же красивый свет. Спасибо за то, что нам включили такой свет. Не знаю кто. Высшие силы. Пришел наш шашлычок во мраке. Нарезочка наша. Пиво очень классное, светлое. Хайнекен пьем. Офигенское. Все, зайчка, давай, мама кушает и домой. Ай, надо смотреть, да? Все, я поела. Кристина Малову покормила. Сейчас мы будем собираться домой. Мы уже расплодились. Пора домой. А вот я реально наслаждаюсь вот этим видом. Смотрите, как красиво. Лампочка и зелень. И вот мы пока... Ой, что это такое? Что это такое? Какая-то бумажка непонятная. Подставка. Короче, пока мы сидели с Кристиной, вот наслаждались вот этим видом. И вот там еще красный свет. И здесь такая как бы площадочка. И здесь катаются на роликах всяких светящихся. Ну, короче, красота. Здесь очень красивый вид. Вот. А, видите, плиточка еще очень красивая. И мои кроссовочки. Тун-тун. И вот Крестик пришла. Мы уже уходим, Крестик. Короче, мы идем по парку. Такая красота. Романтика. Мы с Крис. Правда, ничего не видно, жалко. Не видно силуэты какие-то. Вот он лампа. Вот он лампа, которую видно. Блин, какие красивые фотки тут получатся. Сейчас мы тут будем фоткаться. Крис, сиди скорее, сфоткай меня. Сфоткай меня скорее, Крис, Крис. Ленка, красиво. Так классно посидели. Сейчас идем домой. Что с моей помадой? Помните, я говорила, что вот жирная, короче, ни одна помада, по-моему, самая стойкая не переносит. Нет, не будем фоткаться, сына, идем домой. Вот я съела жирный шашлычок, и моя помада... И моя помада просто потекла. Все, мы идем домой в такой романтической обстановке. А я одела кепку в ночи. Знаете почему? Потому что она так шикарно блестит. Я не могу. У-ху. Та-та-та-та. А если так? Вау. Вот. Тоже классно блестит.
темновато. Я там, где свет снимаю, где свет идет. Класс. Фикс прайс рулит. Главное, чтобы красиво было, да? А если еще и дешево, то вообще круто. Я как из это бурлеск прям. Крис, ты где? Красиво. О, фары, фары светят. Класс. Вот всегда, знаете, прохожу здесь. У нас здесь агентство, которое, кстати, я хочу пойти. Риэлторская, или как говорят. Смотрите, какая у них реклама. Мне так нравится в разрезе такой дом и разные там в разное. Здесь, например, вот какая-то семья, что-то детки в развалку, ребенок упал, похоже. Здесь повар ошалел от своей еды. Что-то все люди какие-то это в шоке, их чем-то как будто накормили. Непонятно. Бля, все валяются. А здесь все отдыхают, ладно. Вот, кстати, наверху я все время не могла посмотреть. Вот дома, кстати, я посмотрю. Вот что там наверху творится, девчонки. А? Надеюсь, там все было в фокусе, я дома рассмотрю. Моя краса, моя краса. Моя краса и до пояса краса. Ну вот так. Мы сейчас идем с Кристинкой и... Я говорю, вот классно было бы, чтобы такая погода была всегда. Вот днем настолько было жарко. Ну, не так, что супер жарко, но мы сняли кофточки, да, и курточки. Просто были в маечках, было круто. А сейчас вот мы одели под вечер просто вот тоненькие, да, Кристинка, кофточку, ну, курточку нараспашку. И класс. Вот была бы такая всегда погода, чтобы не было снега, не было холода, не было мороза, дождей, ветра. Чё ещё? Чё ещё у нас? Какие пасмы? Град. Града. Короче, всегда такая погода, вот всегда. Представляете, сколько бы мы на вещах сэкономили бы? И никуда бы не хотели ехать в Европу. А вот я хочу в Европу, где такая погода. Интересно, сколько было сегодня градусов? Не знаю. Ну да, 22, наверное, прикидываю. 22. Вот так бы всегда. Но днем, наверное, было потеплее еще. Ну все, крошки, девчонки. Мы дома. Мы дома. Ты не с меня смеешься? Короче, мы дома, и все, и мы сейчас будем пить чай, есть пирожок с вишней, который я купила по дороге, и я с вами прощаюсь, я вас люблю, и увидимся в следующем видео. Пока-пока! Крис, кричи пока! Пока-пока! А покажись, красотка, Мэри.